Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале разборов анонсов, обзоров телепередач, который имеет название «Оксана Гетман. Телеклуб». Сейчас мы с вами поговорим о пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж» на телеканале СТБ. И в пост-шоу к нам придет рыбак со своей девушкой, с которой он изменял Ксении Мишиной. И на нее, конечно же, за это набросится. Она даже в прошлом сезоне этого пост-шоу не захотела приходить, потому что боялась этого хейта. Но на самом-то деле, это он не Ксении Мишиной изменял с этой девушкой, а своей девушке с Ксенией Мишиной. Он-то пришел на проект ради пиара. А выпуск у нас будет посвящен разоблачениям девушек. А вы мне напишите в комментариях, какая девушка вам нравится больше всего. И первую под раздачу полетит Зайка, потому что у нее якобы остались чувства к бывшему или какому-то к другому парню, и поэтому она не смогла построить отношения с Холостяком. Ну, в принципе, нормально. Хотя еще такой странный сезон. За Зайкой тоже вроде как бы ходят легенды, что она вроде бы как-то чем-то неприличным занималась. Посмотрим. Дальше под раздачу попадет Джессика. Все из-за того же Get Contact. Как, ну, правильно? Get Contact. Потому что она там подписана тоже странно. Джессика Ночка. Вроде как бы тоже намек на эту деятельность. Странный такой сезон. Как бы у нас все девочки, ну, не все, но очень много. Такие с интересными особенностями. А вы мне напишите, какая же вам девочка понравилась. Кстати, посмотрите на то, как они одеты. Что-что, а стилист у этого проекта шикарен. Даже решетник, он как-то странно одет с таким вот галстучком и таким вот странноватым костюмом, вроде как клоун. Но это довольно стильно. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.